Дорогие сотрудники и ветераны Норильского никеля, для нас, космонавтов, Таймыр не просто географическое понятие. Четыре советских космических экспедиции отправляли звездам с позывным Таймыр. И основные предприятия Норникеля расположены на Таймыре. А еще в Норильске есть самая северная в мире улица космонавтов. Замечательно, что первая профессия Юрия Гагарина – металлург. Наверное, это не случайно. Металлы, выпускаемые Норникелем, окружают нас повсюду. От суперсплава в двигателях космического корабля до столовых приборов. В этом году ваша компания отмечает 80-летний юбилей. История Норильского никеля связана с победными страницами в истории нашей страны. Желаем Норникелю двигаться вперед с космической скоростью. Счастья и успехов вам, дорогие сотрудники и ветераны Норильского никеля. Командир экипажа 44-й экспедиции на Международную космическую станцию Геннадий Падалко и борт-инженер Михаил Корниенко.